Все, я готов. Шла Маша по Саше и сосала шушку. Привет, как я и обещал, сегодня мы подводим итоги конкурса 2 января 2021 года. С Новым годом. Не знаю, почему у меня на компьютере показывается третье число. Какая-то ошибка. Ну, в общем, неважно. Условия конкурса были самыми, что ни на есть, простыми. Ты должен был выполнить какое-либо творческое задание. Но это обязательно должно было быть хоть каким-то образом связано с нашим каналом. Честно говоря, конкурсантов не так много, как хотелось бы, но все равно спасибо тебе огромное. Некоторые работы я уже, в принципе, глянул, но они немного видоизменились, и поэтому мы посмотрим их еще раз. Голосовать я должен был вместе с Арсеном, но этот чел куда-то пропал, поэтому я думаю, ты доверишься моему экспертному мнению в подведении итогов конкурса. Внимание на экран. Чуть не забыл, главный приз вот этот чел. Hitman 2021 года. Hitman 3. Первая работа от подписчика Minecraft Demon. Я очень удивился, потому что он мне предложил, я сказал, да, давай сделай мою карикатуру, и через буквально там минут 10 он мне присылает вот эту фотографию. Возможно, он сделал ее раньше, но все равно зачет, чувак. Черты лица в принципе узнаваемы, но сначала я подумал, что это зуб, длинный такой зуб, потом понял, что нет, это все-таки губа. Да, круто, мне нравится. Еще бы мне не нравилось, когда меня кто-то изобразил, и в принципе выражение лица тоже прям вот мое. Деталям тоже неплохое внимание, шумы изолятор от микрофона или от ветра, как он там точно называется, я уже не помню. Даже значок от кресла, усики, щетинка, брови. Ну, блин, даже небольшой хохолочек остался. Ну, короче, круто. А что уже говорить о кепке, господи. Он заметил вот эту штукенцию, что она у меня толстая. Ну, вначале я хотел оценивать работы по бальной системе, но когда начали присылать разного рода работы, я понял, что она немного не подойдет. Захар, хочу сказать тебе, что ты красавчик. Ты сделал работу очень быстро, очень круто, мне все нравится. Ставлю тебе 5 за рисование. Смотрим, что у нас дальше. Далее я хотел бы посмотреть чувака под ником Дарт Вейдер. Помимо видео, он прислал мне еще 2 стихотворения, прислал еще одно видео, одно мы уже смотрели на стриме. Он занимается озвучкой, озвучивает он через мобильный телефон, как я понял. Так что не придираемся сильно к качеству, просто смотрим и получаем удовольствие. Название ролика «Detroit Become Human» по-новому. Смотрим. 18. Временный. Что это значило? Sony Entertainment, Quantum Dream. Чик, 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 пич, 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 пим, чик. Короче, я не могу, чувак, это просто шедевр. Ты мало того, что ты будешь их сейчас озвучивать, этих ребят... Так ты еще чик-пых озвучиваешь. Не смотри, что я смеюсь, мне действительно нравится, это очень прикольно. Не знаю, посмотрим дальше. Говорящий тостер ты был, повторяю, говорящий тостер. У меня большое чувство юмора. Я забыла выключить суп. Все, мэм, пошли. Что? Послушайте, там еще мой ребенок. В общем, его тоже уберите. Капитан Аль, с вас сотка. Я прибыл, сюда прям. Капитан Аль. Он себя по всему, что движется. Нашим ребятам просто не выжить. Понимаете? Просто никто не может сделать нормальную броню. Понимаете? Простой пистолет полицейского может просто уложить одного из нас. Не подходи, у тебя сустав хрустнул. Нет, не надо, не подходи. У меня нет суставов, я робот. Тебя не выбраться отсюда, если не будешь сотрудничать со мной. Не надо мне угрожать, я сейчас прыгну вместе с ней и все. The end, вы понимаете? У него кровь, и она не голубая. Он человек, а мы роботы. И ты должен мне помочь, ведь они... Брось пистолет. Я всю жизнь... Хватит с меня шуток. Так, драматично. Подожди, он с девочкой упал? Чувак, он упал с девочки! Как ты мог так пройти? Блин, я перепроходил эту часть несколько раз, но у меня такого не было. Как ты мог? Шляк. Шляк. Все могло сложиться иначе. Он хотел купить нового Андромеда. Собирать информацию. Лежите, что хотите. Смотрите, на что хотите. Думайте, как хотите.
Все это уже было. Ты что, Бэтмен? Нет. I'm Connor. Лежать. Пиши свою историю. Анубис написал. Робот написать симфонию. Принимайте решение. Все, я буду прыгать. Ладно, уходи. Уходим. И отвечайте за последствия. Отвечай! Пум. Опа. Пум. Альтернативной концовки. Я понял. Дай руку. Я тебе верю. Пам. Пам. Пум. Ай. Ты солгал мне. Ты ответишь за это. И еще куча-куча разных древ. Но концовка всего лишь много. Это наша история. Но концовка всего лишь много. Эй, в игре такого не было. Где мои деньги? Верните мне их. Detroit Become Human. Только на PlayStation. А спустя 2 года на ПК. Верно. Чувак... Как ни странно, но и этот ролик тоже касается нашего канала. Мы проходили эту игру на стриме, но помимо этого ролика он присылал еще один. Его можете посмотреть во время стрима прошлого. И прислал еще 2 стихотворения. Сразу хочу сказать, я еще тот рифмоплет и еще тот речитатив у меня не очень хорошо развит, но я постараюсь прочитать все впопад. Первый стих про Хитман. Не, давайте так начнем. Хитман я люблю, поэтому самое вкусненькое я оставлю на потом. Поэтому второй стих сразу прочитаю. Называется «Про Детройт. Стать человеком». Название «Ошибка машины». Вот как глубоко зрит. Все, я готов. Шла Маша по Саше и сосала шушку. Стихотворение «Ошибка машины» от Дарт Вейдера. Робот-машина, а машина работает. По-методически, если она работает не как машина, то она ошибка машины. Чувак, я тебя обожаю. Это все стихотворение. Ну, это сложно назвать стихотворением. Это, наверное, какое-то умное изречение, цитатник золотых слов. Ну, в общем, в принципе, прикольно, да? Типа, если она работает не как машина, то она ошибка машины, или она не машина. Ну, в общем, чел, молодец. Пока чувства двояки, я не могу сказать, какая работа выигрыша, из которых я посмотрел. Но давайте прочитаем еще один стих про Хитман. У нас... Блин, простите. У нас есть киллер по имени 47-й. Пуль он не боится, так как ест их на обед. Стрелять он не любит, но если начнет, то лучше собирать манатки, так как уже конец. Засветит он на камеру лысину. Ну и что, она же блестит. Скрытен он, как хамелеон, а бьет, как крыса незаметно. Ты назвал нашего любимого крысы. Ладно, я тоже люблю крыс. Ходят легенды, что в новом году его кончина будет конечной. И, наконец-таки, уйдет на покой. Человек, которого хоронили всегда. Название «Смерть агента». Угу. Интересные ощущения. Не пойму, какой стих мне понравился больше. «Детройт» или «Про Хитман». Все-таки... Хотелось бы немного серьезности, а ты вплел еще тут анекдоты, поэтому, ну, не знаю, какие-то такие двоякие ощущения. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас остаются еще 2 человека. И, честно говоря, я не знаю, какого именно посмотреть в конце, либо прочитать. Следующий претендент на главный приз Hitman 3 — Team Just Life. Следующий претендент на главный приз Hitman 3 у нас Team Just Life. Как оказалось, у него более-менее неплохой профессиональный уровень в написании стихотворений. «До рассвета». Автор Team Just Life. В переводе Жюльен Сорель. Угу. «Скрежет в ушах, тишину еле слышно. Громче кричите, друзья. Сабли, кинжалы у всех наготове. Ночью будет беда. Кто-то устал, его бросили просто. Этого нам не понять. Кровью и потом, смехом за правду, все отдаем мы любя. Смерч разгоняет старые тучи. Что же нас ждет впереди? Было же лучше, было бы лучше.
это мгновение найти. Я не устал. Я справлюсь с рассветом, новой дорогой пойду. Хочется лето, кончится лето, новое счастье найду. Может, дойду я до самого края, может, там нет ничего. После апреля встретимся в мае, мы не встречались давно. Слезы ручьем, по нему поплыву я, вот бы мне раньше успеть. Лишь бы спасение было спасением, надо за это болеть. Кто-то спросил, но ответили громко, снова умчатся года. Нам не хватает смеха ребенка, нас не смягчает слеза. Солнце, деревья, туман, океаны, ветер прохладный пройти. Нам не получится этот экзамен, слишком устали в пути. Радость от жизни, страх от неверия, сколько еще до утра? Кто-то ночами просит прощения, кто-то ругает себя. В честных сердцах, мраморным светом, сила таится внутри. Буду молиться я, чтобы однажды мимо нее не пройти. Я не учитель, я не насмешник, просто открыты глаза. Силы остались, и до рассвета кончилась эта молва. На самом деле, Тимурчик, это очень глубоко. Мне очень понравилось. Если бы у меня была хорошая память, я бы, наверное, выучил это стихотворение. Красавчик. Друзья, я вас обманул. У нас еще два претендента. Точнее, вот сейчас уже осталось два претендента. Это Димон и... еще кто-то, подожди, я уже забыл. И Степашка, как он говорит про себя, самый большой любитель Хитмана. Я его уже зачитывал, но он его сказал, что полностью изменил, поэтому мы будем его читать заново. Как-то раз в 50-х годах за окном сидел Ортмайер, сидел и думал, 47, изобретение! В колбе вырастил он клона, лысый, крепкий человек. Штрих-код набили на затылке в конце, знакомая нам цифра, всем известно, 47. Рос тот клон, умнел он быстро, был он быстр и хитер, умел стрелять из разного ружья, знал, как незаметно убивать. Хотел Ортмайер испытать свое творение и отправил в МКА. Дали первое задание, обучающий трибют. Все было тихо, незаметно, словно не было его. Убить цель, ушел он быстро. Все были в шоке, как же так? Всего лишь первое задание, а знает все он, как шаман. Что? Молвил Содерс, это просто каждый сможет. Вот тебе другая цель. Справился и с этой целью. Поразил всех наповал. Решилась МК. Взяли на работу, а работа та сложна. Дали информатора ему. Диана Бёрворнд, спасатель в будущем его. Голос был ее прекрасен. А лицо не знал наш Хитман, а лице ее. Лишь голос из телефона говорил. Сибирь, Чикаго, Марракеш, Бангкок, Дубай, Нью-Йорк, Майами и Гонконг. Везде он был. И в морозе, и в жаре, на горных спусках, подземельях и в тайге. Везде он был, и все он знал. Но тем узнал коварный план Вольфганга. Психбольница перед ним, грядущий запах битвы. Знает он, в больнице братья ждут его, убить их цель. Проверив бойлеры свои, отправился он в ад. Открыл он дверь, двоих уже нет, только пуля в них. Был смертелен, как ястреб. Видел наперед он все, и вот его отец, создатель, молил его, хотел он жить. Но много знал секреты Вольфганг, и в ту секунду пистолет сразил его. Повалил отца на землю, попал он точно в цель. Так началось рождение легенды. Легенды, не имевшей имя, только цифру 47. Потом начались контракты, звонок Дианы, цель и место. И так почти уж 30 лет уничтожил он картель Дель Гадо. Вся семья лежит в земле, уничтожил также Яго. Создатели не видят свет. Партнеры, цель его сегодня. Константа, проводник туда. Черный блеск костюма, рубашка, словно белоснежный снег. Красный галстук, опоясывающий шею, костюм его вовек. Оружие его все, то, что видит, даже то, что не может навредить. Все, о ком я говорю, одна и та же личность. Имен, ну очень много. Киллер, Риппер, Хитман, Призрак, 47. Любовь, семью и радость, эмоции и жалость. Хитману понять никак, только страх вселяет он во всех. Смысл жизни киллера лишь цель. Если хотите продолжение, пишите Гору, а он мне. Конечно же, это тоже стихом сложно звать. Да, это сага. И я тебя, друг мой, тоже поздравляю. Отлично все по красоте и, что самое главное, связано с каналом. Смотрим, что нас ждет дальше. А дальше последний ролик, и он от Димасика. Это перемотка Аидгора 2020 год. Подождите, я надеюсь, что чтобы всем было все видно, я сделаю вот так, вот так, вот так, вот так, все, поехали. Ой, не то включил, секунду. Да, что ж такое, господи. Начинаем.
Привет, my friend! С новым 2020 годом! И... Так, стоп, подожди, подожди. Так нельзя, надо сделать вот так. Этот стрим, первый самый стрим в этом году, и уже начинают звонить. Ну как там с деньгами? С какими деньгами? Ну, которые я внес в капитал. Куда? В капитал прожиточного минимума. Да. Так, ладно. Еще такое в тему. Да, так, ладно. Сейчас, понятно. Сейчас, секунду. Красавчик. Сегодня... Привет. Здорово. Ладно, все, друзья, сегодня танцовка Детройта. Привет. Блин, я наконец-то до нее дошел. Сегодня... А чё ты так радуешься? Это отличная игра. Да ты вообще что-нибудь любишь нормально? Ты радуешься? Это отличная игра. Да, Майнкрафт. Радуйся Майнкрафту. О, я понял. Это когда мы с PlayStation играли. Видео 05.01, 20-й год. Ну чё, ты счастлив? Понятно, пацан в шоке. О, господи. Простите меня, но я должен был сказать. Так, а кто прочитал? Вот собака. Не видит меня, наверное, не знаю почему. А, нет, я знаю, как сделать, смотри. Ах, моя лошадка, получай. Получай, плохой Арсенчик. Эй, подожди, сейчас. Чё за фигня? А ну-ка, подожди. Подожди, я не понял. Смотри, она срет. Я вовремя потом. Ты где насрала, твою мать? Ты что делаешь? Нет, что-то... Ребят, после этого фрагмента я вам предлагаю подписать эту петицию. Требую запретить издевательство и убийство лошадей. Петиция закрыта. Эта петиция собрала 64 370 подписантов. Требую запретить издевательство и убийство. Блин, интересно, по правде или нет? Прикинь, если он не обломался, по правде. Накажем этого стримера жевать... Эй, я люблю лошадей. Я ее... Ты думаешь, Brawl Stars играть никогда? Так, ты думал, Brawl Stars играть никогда, да, никогда не будет. Moments later. El Primo, он... Подловил. Мне понравился, он такой здоровенький, прикольный чувачок. Играем в режим столкновения. 2019. Так, логично, подожди. Игра у нас не лагает, какой кошмар. И я на любой контрольной. Человека. Вау, вау, какая красота, ты посмотри только, а. Давайте сделаем иначе. Вау, вау, какая красота, ты посмотри только, а. Теперь на эту. Так, стоп, это что? И в чем разница? Нет. И старый. Буся. Нет, собака вообще-то тоже член семьи, поэтому трогать мы ее не будем. Так, компьютер не то и... Так, только не канал. Канал! Ютуб-канал. Нет, нет. Все! Все! Решено! Ставка на канал. Я придумал для себя челлендж. На данный момент я вешу где-то 100 килограмм. Больше. Корректировочка, окей. Короче, когда моему каналу будет 2 года, это будет 8 июня или 8 июля, я встану на весы, можно даже в прямом эфире, и если мой вес будет превышать 95 килограмм, хоть даже на 1 грамм, все, я беру и удаляю свой канал. Господи, какой это ужас, какой кошмар. Так, сейчас идет стрим. Гор, выполни свое обещание на стриме, иди взвешиваться. Путь наш длинный, поэтому я нашел самую... Нет, нет, ты не угадал, это не на стриме, это видео. Так, 10 тысяч... Короткую и красивейшую дорогу. Даже для моего супер коня эта дорога показалась очень длинной, и поэтому я... Поддержку за твои лайки... Что сказал Сталин? Просмотры и так далее, и тому подобное. Мне действительно очень приятно. Я надеюсь, что наше общение дальше продолжится. Отдельное спасибо я бы хотел передать... Маршалу Жукову. Этот человек помог мне выиграть войну. Из 430 ядерных бомб. Я стал на канале уже больше 500 ядерных бомб. Спасибо тебе огромное. Еще моему военачальнику Коневу. И конечно же тебе, мой френд, мой подписчик. Я тебя люблю, обожаю, скучаю.
Продолжай в том же духе, друг мой. Самое важное и главное, что я хотел еще подписчиков, и вот оно. Но как это произошло, я не могу понять. На канале уже больше 600 человек. Ладно, спасибо тебе, Зазетка, за супер рекламу. Но стоп, у меня есть большая проблема. Я потратил все деньги на предыдущий конкурс и диски на PlayStation. Я решил пойти ва-банк. Точнее, в подземку, если еще быть точнее, в метро. Собрать денег я смог только на дошек. Поэтому я решил пойти еще раз ва-банк. Точнее, уже в банк. Ребят, поставьте лайк, он ради вас дал кредит. И взять там кредит на 100 тысяч лет, чтобы наконец-таки сделать. Поговорите с... Что это было? Паштетом, ой, господи, в великом храме Птаха. Я туда уже заходил, мы с Арсеном уже заходили, я или один заходил в казино. В казино мы заходили с тобой или нет? Какое казино? Вот, и да, и... Казино, блядь! Ты кто такой, сука? Чтобы это сделать? Я знаю это видео. Вы что, дебилы? Вы что, ебанутые, что ли? Действительно, вы в натуре ебанутые. Эд сидит там, чешет колоду, блядь. Эд стоит, говорит, я тут сейчас тебе тоже... Ребята, а куда бомбу ставить? Кто-нибудь подскажет мне? Короче, да, Диман жестокий человек. Пошел наверх, на самом деле. Согласен, отберите монтрику у него. Справа на лестнице. Нарсен. Вон Димана голос. Подожди, не вылазь. Так, ладно, ребят, хватит приколов, пора реально подвести итоги этого канала. Итоги этого канала! Какого фига, Диман? Меня пугает. За этот год прибавилось более 1147... 65 стримов. 65 стримов? Так мало? Это финал. Ну, мы тернул самый длинный стрим. А, нет, не угадал! Самый длинный был другой. А какой был? По мафии. Да. Маловато. Самый длинный ролик. Самый лучший веб-камера. Сам просматриваем ролик. Ну ладно. В этом году ты прошел 22 игры и 5 онлайн. Да ладно. Был одновременно мужем. Самый просматриваемый стрим. Самый задизлайканный ролик. 167, даже сравнение в финале канала. Да, кстати, чуть-чуть осталось, еще немного, и тогда он дизлайки превысит лайки. Но этого не будет, потому что лайки там накручены, поэтому я их еще раз накручу. Да ладно, шучу, нет, конечно, не накручу. Ничего, вообще никакой накрутки никогда не было на канале. И одновременно самый залайканный ролик. Почти, почти. Стал очень популярным каналом, что начал рекламировать его каналы. Да тебе не сложно, подписывайтесь к нему на канал, поставьте лайки. Ну, ты, в общем, знаешь, что делать. Дожились. Я рекламирую эти педи. Сделал два локальных мема. Помни, Анджела. Вспомни тебя, Димон, я помню. Ну и второй локальный мем. Подожди. Когда у тебя на канале стало 1000 подписчиков, а 19-12-20 уже 1500. Набираем обороты, друзья. Сейчас мы посмотрим эволюцию твоего... Не стыди меня. Ой, простите. Это было в том году, я помню. Следующий сезон. Это было круто. 5 января, 5 января, через 2 дня. Точнее, сегодня второй, ну или третий. Ну ладно. Даже лампочка моргает. Следующая в студии. Поближе просто музыка другая. Ну да. Зато лампочка мерцает. Я этим горжусь, я это сам сделал. Следующая в студии. Следующую студию. И без звука. Вы спросите, а где интро? Верно, его нет. Вот что значит из князя в грязь. Ты прав. В этом году ты сделал Дискорд. На нем более 25 человек. Так, хорошо. Ладно, ребят, с наступающим, а может уже с наступившим Новым годом. Так, вместе с Вортиком мы придумали вам пожелание на этот год. Чё это такое, который все мозги несет полную фигню? Я правильно тебя понял? Да, мастер, можешь не писать, я сам знаю, давай дождемся Гора. Я надеюсь, это не мне было сообщение.
Так, извините, что вы... Я и Вортик. Конечно, я с Гором вам желаем всего самого лучшего. Ведь вы, мои подписчики... Эй, нет, это нельзя. Все, я это, короче, закрыл. Нет, с Новым годом. Это самый сумасшедший ролик, который я когда-либо видел. Минус Twitch. Да, кстати, и YouTube тоже. Друзья мои, это было сногсшибательно. Спасибо каждому участнику. Спасибо за ваши работы. Они подняли, нереально подняли мне настроение. Надеюсь, и всем вам, всем тем, кто смотрит, тоже подняли настроение. Наверное, вы подумали, что Димон победитель, да? Наверное, вы так подумали, но... Но есть одно большое но. Понимаете, вроде бы прикольное видео, но есть одно большое но. Я проанализировал абсолютно все работы, которые вы мне дали, прислали, точнее. Поименно я, наверное, сейчас смогу запутаться. Степаш, офигенная сага, очень крутая, реально. Она мне в прошлом стриме, на прошлом стриме мне понравилась и сейчас. Все очень круто, спасибо тебе, бро. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сделаю такую небольшую полочку, где-нибудь здесь, или вот здесь вот. На эту полочке я распечатаю, с вашего позволения, все стихотворения, все саги. Может быть, каким-то образом я видео перенесу там на диск и тоже, знаешь, как я смогу распечатать на нем тоже что-то. Ну, короче, не знаю. И на этой полочке будут все такие значимые события или так далее и тому подобное. Все, что касается канала, все будет на этой полочке лежать. По поводу рисунка. Рисунок обалденный. Спасибо тебе, бро, большое. Я, с твоего позволения, перенесу это изображение на кружку и тоже поставлю на эту полочку. Но буду, конечно, пить из нее чай и буду вспоминать о твоем участии. Спасибо тебе. Ты красавчик. Димон, по поводу Димона. Сразу видно, потрачено очень много времени. Очень много времени, очень. Прям совсем очень. Он наверняка смотрел некоторые стримы, парочку точно. Шучу, чел. Ладно, я надеюсь, вы меня не будете кидать камнями, яйцами, помидорами тухлыми. Но я выбираю Димана. И это не потому, что он администратор канала, а потому, что реально его работа мне понравилась чуточку больше других. Но вам я желаю не расстраиваться. Я надеюсь, никто не расстроился сильно, ибо скоро будут у нас два розыгрыша Far Cry 6. А на этой прекраснейшей ноте, с вашего позволения, я уматываюсь делать нитро. И завтра идем на стрим. Всем пока-пока.